за шторкой там спрятался, вылазит, она с ним играет. Это паля, палин, беляк. И она его учит быть сильным. А там это как деревяшка такая сделана со шторкой. Это когда в подпол есть, чтобы они залазили. Но сейчас он маленький, чтобы не упал, мы закрываем несколько слоев материи. С хвостом у нее играет. Сюда внутрь, оттуда лапку показывает. Раз. Спрятался. Все везде закрываем. Вот протирали ему глаза, он как слепой сидел всегда. Сейчас глаза нормально вроде глядят. Паля как разыгралась с ними. С ним. Вот. Туда залез. У нее шторка закрылась. А она начинает его доставать. Он сейчас лапой туда. Раз. Лапкой. Обманул ее. Побежала. Интересно наблюдать. Утром надо там еще поснимать буска. Вот так у них узнаешь жизнь животных. На колонку залезли двое. А тут не уместишься. Мать согнал. Белый. Такой отчаянный стал. Еще делает. Везде залазит. Да выгляди, Веверинс. Это колонки стоят наши. Две колонки перепутаны. И сверху вот такой вот шкурка положена. Видишь, он что делает. Вот упарились, уснули. Солнышко светит прямо на колонках. С матерью поиграл и заснул. Принес красного, катал своего маленький, как его сразу перегнуло. Увидал только. Ну что, что такое, что? Что такое? Ну, зачем ты его? Давай вот. Давай, хорошенький такой. Ну-ка, гляди какой, гляди, хороший-то какой он, а? Вот он какой хороший. А где же еще один беленький? Беленький. Куда-то убежал. Надо поискать. Чего это у вас так сразу? Вы же братья двоюродные, а? От одной мамки. Ну, бабушка одна. Мамка-то разная у вас. Ну-ка, давай. Ну, что такое тебя перегнуло-то, а, беленький? Ну, не надо так, не надо. Посмотри, вот он лежит. Вот он какой, вот он какой. Ну-ка. Смотри, какой, гляди. Вот он какой хорошенький. Ну-ка.
познакомить решил, а он, смотри, что делает-то. Друг на друга надулись. Ну, это надо же так вот. Как его перегнуло-то сразу. Успокойся, успокойся. Это хорошие у нас. Смотри, какие беленькие кошечки. Да кошечки беленькие. Ну, куда-то убежать надеется. Вот они где. Но. Ну, все, пока. Ну, зачем, зачем, зачем? Постой, постой, постой. Ты куда полез? Давай сюда обратно. Давай, 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 давай. Вот так. Иди сюда. Вот сюда иди. Иди. Хороший такой серенький хвостик у него. Но это вот эти два котика, это тоже котик. А это она, кошечка. Кошечка тут такая. Ну-ка, ну-ка, давай сюда. Вот так, вот сюда. Иди к тому ближе, иди, иди. Все, и кота не узнаешь, брата своего не узнаешь. Родные. От одной мамки, от Буски. Все, принес. Сегодня привел их, примирить надо как-то. Не трогать друг дружку. Старых кошек убрал. Ну, что, успокойся. Успокойся. Ну-ка, давай. Вон она где, гляди, гляди где. Старается пролезть туда, где у нее осталось. Она не доела молоки. Это сама лезет рядом, уже вытащил. А это пытается решетку оторвать. Вот возьми ее. Не стыдно. У кого отнимаешь-то? У маленького. А маленький-то поел и больше не хочет. Я его вытащил оттуда. Вот он уже мордашку умывает. Вот еще пяти нету. Кошек уже надо кормить. Ну, встают вместе. Первая рыжая, ее дочь Буска. А тот долго спал на втором этаже. Паля. Паля, Паля. Вот он.
проснулся. Будем уходить, их надо под пол закрыть. Они открывают, это оттуда сифонит. Вот утренний мацион. Так, я ему вчера там мешок сделал, чтобы по нему мог сходить. Он забывает, наверное. Пошел дальше. Я ему вчера там мешковину сделал, чтобы сходить можно было. Зубы пробует. Белый, называли его. Полез кверху. Интересно. Тут мешают коробки ему или что? Вчера ему тут нагромостил. Вот так. Уходи сюда, вот, смотри, тебе какую сделал мешковину, слазить. Вчера один раз слез, а сегодня еще не может вспомнить, как слазить. Тут смотреть, вот как развивается. Ну, уже большой, уже тут месяц, два месяца есть, наверное. Что найдет, все интересное. Иди скорее есть. Тоже надо накормить. Ну, им еще более лакомые кусочки даем. Я пошел топить. Ждет, когда будет. А это ждет, когда я буду завтракать. На нижнем этаже. Это на второй всегда садится. А тот не понимает это. Все еще думает, как слазить. Идет по клавиатуре, ничего не понимает. Прыгает везде. Хозяйничает. Вот он. Ну, мыши-то везде бывают, и поэтому не надо. Вот ему отдельно теперь есть даю, и с этими есть, он быстро растет. А мать там сидит, бьется к нему, пробиться туда надо было. Палец есть. А он здесь поел, и теперь моется. Малышок маленький, совсем слепой был, глаза ничего не видели. А сейчас у него радужная такая в глазах появилась оболочка, там, как глаз синий. И зрачок, все. Настроилась. А каждый день ему святой водой глаза промывал. Вчера я лег спать, он пробрался ко мне на кровать. Ну, я под одеяло к себе и полежал маленько, потом потихоньку вылез и ушел на второй этаж там на кухне. Вот такое дело. Утренний туалет наводит. Он не дается, она его прижала. Языком все проводит. Он язык корябает. Ему играть надо. Вот он на мать. И она поддается иногда, ведь и лапа его прижала. Ну, человек так не любит всегда. Видишь, она его целует. Ухватила его, поворачиваться не дает. Но не прокусит, не покорябает. Ударяет, когда ногой, а когти втянутые. Вот как она это делает, непонятно.
Вот чистюля какая. Только язык мелькает. Ни виходки нету. Ни жидкого мыла. И вычистит абсолютно. Вот залез в саже. Я не мог отмыть голову. На утро гляжу, он чистый, она его вылизала. Это Паля, маленький котенок, который был в прошлом году. Это у нее свои уже дети. Этот все какой. Он слепой был. Первый раз видел слепой котенок, совсем слепой. Вылезет, посидит, обратно залазит в коробку. Давай каждый день протирать ему святой водой, молиться. И Бог дал ему зрение. Вот так. Знаешь, она лижет, она не смотрит ни на что. Он ей не дает. Прямо по языку, по ногам. Он-то, видимо, не скрывает когти. А она и лижет непрерывно, где удастся. Ну, этот хулиган просто растет. Это мать, он с затылка ее долбит. И душит ее, душит. Да сколько же можно терпеть-то? Ну вот она его обняла и повалила. И скорее лизать его попутно. Это мы сегодня, 12 ноября 2018 года. Еще делает. Обороняется. Уши грызет ей. Ну что можно сказать? Баловной? А у нее хвост, как у лисы. Вот. А ей спать надо уже. Какой прыжок, однако. Все. Охота поесть. Кошка лезет. Решетку поднять не может. А этот рядом сидит. Приспособился. На динамиках. Видишь, как вот это. Теперь нам прятать не приходится кошек днем-то. Голубей-то нету. А потом еще одна будет заслуга. Сохранить от кошек, голубей. Какие глаза у него стали. Слепой был. Вот чудо Бог сотворил. Он вылезет, сидит. На глазах ни зрачка, ничего нет. Одна чернота была. Может быть, это ему так и положено маленькому, но те котята-то сразу играли, а этот ничего нет, сидит. И вот сейчас я смотрю ему в глаза. Это Палин, котенок, котик. На колонке сидела Паля, мать его. И он залез, голову вывернул и сосет ее там. На колонках, а то у меня мерлушка называется. Ну и гнящая шкурка.
подстриженная, привязанная, чтобы не соскочила. Они любят тепло, кошки-то. А на этой-то что там, эбонитовая поверхность. Только что поел рыбки с молоком манки и опять. Там только ушки у него торчат из-под лапы. Вывернулась. Он остался. Так, она пошла. Пошла. А он остался. Что тут делать-то? Что ему? Ложиться, тут упасть может. Спать охота. Как вот это звери? Звери дикие. Кошка никому не подчиняется. И хвост под себя не подожмет. Что-то грызет себя. Так бывает, когда блохи появляются. Но мы блох у него не видели. Это ушла, и на этом конец. Что ты там нашел на животе у себя, а? Что там такое, а? Все. Ничего, просто так, манишка запачкалась. Глаза какие нормальные. Дальше это голубенькая каемка. Зрачки появились, ничего не было. Слепой сидел. Ну, недели две, как уже он нормально видит.